вышка. Вот, сейчас мы на нее поднимемся. Там вот ферма, вот коровки стоят. А там вот ферма. Вот лес, можно пробежаться, кому хочется побегать, если есть такое желание. Время у нас 8:40. О, 8:40, мне уже работу должны кинуть. Я жду работу со вчерашнего обеда. Видите, как она высокая. Ну да, вот она, площадка. Думаю, на самом верху. Наверное, на самый верх нельзя подниматься. Вот я сюда ночью приходил. Но ночью ничего не видно. Ну так, что там за ящик, лампочка? А вчера она не горела, лампочка вот эта. Ну ладно, не горела, не горела. Так, что тут у нас? Ничего не понятно. Чувак сидит, чувак стоит. Соломка. Настоящая. Вот, ну тут типа детская площадка. Угу. Барашки вон нарисованы. Ну и все, поле, короче, кротов. А, вчера. Вчера ехал, короче, смотрю. На тротуаре. Эти работники, короче, дорожники, видите, короче, работники. Один, короче, косит траву, а другой это самое. Граблями, короче, разрыхляет вот эти вот. Ну, от кротов, короче, это, землю. Я такой еду, смотрю, ну да, кроты, короче, понарили, получается. Ну, некрасиво, как бы, газончик должен быть ровненько, там, получается, понарили. И вот, один, короче, косит траву, а другой эти самые, кочки выравнивает. Вот, что у нас тут? Что-то там запустило. Вот, поднимемся. Говорят, отсюда в хорошую погоду, типа остров видно, ну, сверху. Я возле Северного моря нахожусь. Возле Дании. Вот. Ну, в Германии, только на границе с Данией. Недалеко от границы, где-то километров 70, наверное. Вот. Вот, кстати, ветряки стоят. Там вон море видно отсюда. Наверное, не видно. Ну, я вижу, но вы не увидите. Подстанции какие-то. Вот сколько кротов. Нифига себе, понарыли. Дырок понаделали. Ну, что-то прям тут ржавенько. Все это самое в плесени. Ну понятно, тут сырость от моря идет, тянет все время сыро, поэтому она все плесенью покрывается. Там вот моя машинка стоит, и не только моя. Я вчера ночевал там, стояла машина, тоже ночевала. Ну и сейчас стоит, кстати. Ну я думаю, что ночевала, потому что... Ну может в машине никого нету, а может есть, я не знаю. Другая вот машина сегодня утром приехала. О, прудик. Вот, машина, короче, приехала одна. Один мужик, пацан, приехал. Потом другая машина приехала. Он вот этот первый поставил машину, короче, на парковочке. Вот. И, короче, в другую машину сел и уехал. Конструкция, да? Интересно, зачем такой диаметр большой делать? Ну, я так и говорил, вам море не видно. Вот там вот, прям по краю. Я сам толком не вижу. Я знаю, что он там есть. Вот так там слегка просвечивается, я вижу чуть-чуть. Вон там вот, видно. Но вам не видно. Короче, вот эта полоса. Короче, вот эта полоса серая сверху, крутой. Это вот море, кажется. Ну, короче, она там. Я точно знаю, там был вчера. Вот лестница наверх. Ну, так как это странно, там получается там внизу, короче, подъем есть.
на саму башню, короче, там вход. И, скорее всего, там винтовая лестница. Телекоммуникация. Может, там вообще лифт стоит, я даже. Я бы, например, лифт туда поставил. Вот, хорошо. И холодно, блин. Ветер дует. И холодненько. Коровки. Ну, смотреть толком не на чего, ни на что. Ну, как говорят, если ясную погоду, значит, там вот острова находятся. Там, вон там вот. Там, скорее всего, оно и видно. О, замочек подцепили. Да. Блин, вот так сделали, как будто вот, ну, вот нельзя, да, подняться. Как будто замок повесили. Кому надо тут вот так вот залезть, я не знаю. Интересные такие. Там, кстати, что там делать-то? Ничего нету. А на шоу кончается лестница. Фиг его знает. Ладно, все, короче, посмотрел, миссию выполнил. Делать больше ничего, пошел я дальше отдыхать. Отдыхать и ждать загрузки. Вот, смотрите, поле какое. Когда тут кроты поработали. Видите, все черные кучки. Прям нормальненько так они пока пошились тут. Вот вам поближе. Ну, в общем, я думал, на самый верх поднимусь. Не, нифига. На самый верх не пускают. Печально. Я думал, на самый верх поднимемся. Ну, если там... Я не думал, что здесь 30 метров. Что меня обманывают? Написано, что 30 метров высота. 30 метров, может, сама вышка. Ладно, все, короче. Спокойной вам ночи. До свидания.